В Сеуле прошли первые масштабные антитеррористические учения. Специальная программа была разработана летом на фоне высокой напряженности на Корейском полуострове и в первую очередь в северной ее части. КНДР за последние месяцы провела несколько ядерных испытаний и запусков баллистических ракет. Это вызвало возмущение как в Южной Корее, так и в Японии, Китае и США. В ходе учений были отработаны разные сценарии возможных нападений, в том числе атаки смертников, стрельба и захват заложников в общественных местах. Задействованы около 500 полицейских, военных и пожарных. Это была самая масштабная акция подобного рода в Сеуле. Проводя такие тренировки, мы проверяем готовность страны предотвратить потенциальные теракты. В подготовке операции участвовали различные государственные организации.